Здравствуйте! Вы смотрите «Самарские новости спорта», а расскажу о них я, Сергей Кизоркин. Дворец по пляжным видам спорта построят в Самаре. Дворец спорта на физкультурной откроется в октябре. Тольяттинская теннисистка дважды победила на турнире в Китае. Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина рвется к победе на китайском турнире. Спортсменка пробилась в третий круг соревнований в Ухане. Во втором туре она с трудом одолела китаянку Сиу Ван со счетом 6-1, 3-6, 7-6, 10-8. За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит с победительницей поединка Симона Халеп, Румыния, Доминика Цибулкова, Словакия. В субботу 6 октября в Самаре откроется после капитального ремонта дворец спорта на физкультурной. Здание обновили и снаружи, и внутри. В новом дворце будет работать фитнес-клуб, спа-комплекс, зал единоборств и другие спортивные секции. Дворец пляжных видов спорта построят рядом со стадионом «Самара-Арена». Там смогут круглый год тренироваться самарские футболисты, волейболисты, регбисты и теннисисты. Во дворце будет песок с подогревом. Кроме подготовки к турнирам, там будут проходить всероссийские и международные соревнования. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Инвестор готов вложить в дворец спорта 200 миллионов рублей. Это были самарские новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!